Бізді нигерияларымызда да. Бұдан ары көз қарандысы сөйлпөйізді сақтап қалуыда да. Аны өніктіріп бетуді дағы бір топ жоң түркі болады. Кешіңіздер егілікті болушын біз қалайыз. Құрматты Ақылбек Сәметович, чоң рахмат, алдыға болған тапсырмаларыңызды толығымен алдық. Бұйырса, Қырғыз Республикасының білім беру жағдайындағы инновациялық жағдайдағы мекемелері, ошол учурда жогорку окуу жайлары коюлган талаптарды толугу менен аткарууга даяр. Азыр уруксат берсеңиз, ачылыш аземине уруксат берсек, биздин жогорку окуу жайлар даяр. Сиздин уруксатыңызды күтүп атабыз. Урматтуу жетекчилер, анда ачалы. Центр создан для того, чтобы развивать ваши идеи, которые уже у вас на каком-то этапе в голове хранятся, вот, но вы не знаете, как их реализовать. Вот, этот центр создан для того, очень коротко, чтобы от момента создания и появления идеи в вашей голове, от зачатия зерна, вы пришли к тому, чтобы ваша идея была монетизирована и как-то себя проявляла на нашем рынке. Естественно, все ваши идеи, они реализованы практически не будут. Будут этапы отбора, будут этапы помощи. На всех этапах реализации ваших проектов вам будут помогать наши специалисты. Это экономическая поддержка, бухгалтерская, юридическая поддержка и консультация наших внутренних специалистов. Та зона, в которую вы только что проходили, вот все, да, прошли, посмотрели. Вот это общая зона для работы стартаперов. Эта зона для вас всегда открыта, можете приходить, работать. Здесь будут установлены компьютеры, постоянный доступ к высокоскоростному интернету. Вот в соседнем кабинете будет располагаться дирекция бизнес-инкубатора. Не скажу, что здесь прям нужно все современные исследования проводить, но мы потихоньку к этому идем сейчас. В данном месте, в лаборатории, они специальные. Почему? Потому что им можно прививать определенные виды болезней человеческих, и реакция на какие-то лекарственные препараты у них будет идентична, как человеческий организм. Поэтому здесь не просто животные, которых мы там забрали и поместили, здесь у них особенное семейство.